Согласно повестке визита, президент Международного фонда развития ОПЕК Абдульхамид Аль-Халифа сначала посетил президентскую школу в Самарканде. Просторные аудитории, учебные лаборатории, современные интерактивные устройства. В школе созданы все условия для интеллектуального и физического развития учащихся, включая инновационные кабинеты, тренажерный зал и бассейн. Для проведения тренингов на высоком уровне привлечены зарубежные педагоги. Президентские школы задают высокую планку. По инициативе лидера Узбекистана создаются такие современные учебные заведения, в которых условия для обучения молодежи на самом высоком уровне. Я ознакомился с деятельностью школы и был впечатлен. Учащиеся изучают предметы не только теоретически, но и на практике. Я посещал школы во многих странах мира, но таких учебных заведений еще не видел. Образование здесь основано на высоких международных стандартах. Главное, что обучающиеся в президентских школах воспитываются как поколение, способное решать актуальные проблемы общества. Президент Международного фонда развития ОПЕК высоко оценил поддержку молодежных инициатив в Узбекистане. Он отметил, что создание подобных школ – это уникальная платформа для реализации приоритетных задач по воспитанию гармонично развитого поколения. Этому служит и новое учебное заведение – открыт самаркандский филиал специализированной школы имени Мухаммада Аль-Хорезми. Мактабымызды анык ва табии фанлар юналышыге мослаштырып укытылады. 5-нчы сыныфтан 11-нчы сыныфкача тест асосыда шаффафликта окуучылар кабул кылынады. Информатика боюнча 157-та компьютерimiz бар, IT юналыш боюнча, робототехника боюнча, Самарканд робототехника марказыдан окутуучумуз келип дарс берадылар. Окуучыларымыз жүдөем кызыкуучан, интилуучан, фаал окуучылар буйурда. Мана шундай мектепте окуйотканымдан фахрланаман. Avvalambor mana shunday shart-sharoitlar yaratib berayotgan uchun prezidentimizga kattakon rahmat deyman. Sharoitlardan foydalangan holda men kelajakda yuqori natijalarni egallab chet elga o'qishga ketmoqchiman. Ласточками стали 238 учащихся, прошедших серьезные отборочные испытания. Сама школа рассчитана на 508 мест. Созданы передовые для обучения условия и кабинеты. Также есть широкие возможности для проведения факультативных занятий с применением инновационных методик.